Рубік Симонян, голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна», відзначений орденом другого ступеня Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною. Опікується всіма чорнобильцями нашої області, працює для вирішення їхніх проблем. Доброго вам ранку! Сьогодні ми згадуємо таку трагічну подію 86-го року. Я знаю, що ви були ліквідатором, були в складі вертольотного загону, працювали над будівництвом саркофагу. І хотілося б дізнати, от, як то кажуть, з перших вуст, безпосередньо ваше враження, коли ви дізналися. Бо знаю, що з різних куточків України взагалі з'їжджалися ті, хто хоч чимось могли допомогти в ліквідації цієї аварії. Я действительно, сегодня мы отмечаем 33-й годовщину катастрофы, которая в мировом масштабе не имеет ни 19-м, ни 20-м, ни 21-м столетии аналоги. Да и не надо иметь такой аналог. Это страшнейшая катастрофа, которая в сравнении даже с Хиросимой и Нагасаки с мощностью более 500 этот самый раз, можно говорить, что мощнее было. Но, однако, честно говоря, не будем кривить душу, люди, которые участвовали в ликвидации, абсолютно ни о чем не думали, не думали через 33 года, что будет с ними, делали то, что спасти свою родину, и в том числе Европу. Скажите, пожалуйста, где был бы Европа, если бы не были наши 600 тысяч ликвидаторов? Это я почему отметил 600 тысяч, потому что в действительности участвовали в ликвидации более 600 тысяч. Вам, наверное, сегодня, наверное, сразу можно было сказать, что из этих 600 тысяч, сколько людей живых сегодня, я могу вам сказать абсолютно 199 000 006 людей. Вот представьте, из 600 тысяч. А вообще пострадало в этом мощнейшей катастрофе более 3,5 миллиона людей разных категорий всего. Ну, идет много разговоров, что именно хотят, наверное, чтобы люди как-то забывали это, просто упростили. Но, однако, они не хотят наше руководство вышестоящий, в одном вспоминать, что у нас в Украине еще осталось 4 атомные станции, которые дают 49-50%, да, и работают, путь, и работают в максимальном режиме. Опасность всегда есть. А это еще было доказано в 2011 году, через ровно 25 лет Фукусима, Япония, дал всем народу мира, что уважаемые люди, мирные атомы играть нельзя. Надо вовремя делать все и не жалеть деньги, средства. Для вовремя, если все делалось бы, этого, может, и не случилось бы, понимаете? Вот это катастрофа. Самое страшное, первые несколько месяцев, до почти в конце августа, до августа, все это было скрыто. То есть, а народ в то время, в 80-м году у нас, и все, ну, я так разумею, знали, что была такая авария, да, но не знали, какие могут быть наследки. Да, это не знали, да, это правильно. Но время показало, что и за короткий срок героический труд нашего народа, разных категорий, и военные, и солдатики, все, и гражданские, все показало время, что абсолютно, все положили такой большой труд, что за короткий срок, до ноября, 30 ноября, саркофаг построили, этим спасали нашу родину. Именно мы защищали свою родину, отдавая самые ценные здоровье и жизнь. И много людей, которые, наверное, много не знают, я могу, конечно, и сказать, что так нельзя отнестись в данном случае. Ведь много людей у нас без стрельбы, без никаких этих минов и каких-то там снарядов, мирного, а жизнь дыма, уходит. Да? Ну, вот пример. Из 2009 года, берем 1 января до
1 января 2018 года, в точности маленький город, небольшой областной центр, 451 754 человека. А то, что вокруг говорят даже депутаты, которые в украинском центральном канале, мне было стыдно слышать это. Говорить, что у нас мы не уменьшаемся, наше количество людей. Но это бред полный. Поэтому вот такие люди, конечно, им надо было немножко матчасть, немножко какое-то знание, потом выступать на центральных каналах. Поэтому в Киеве, когда был у нас семинар, я этому вопросу выступил, и мы обращение в Верховный Совет. И вот эти цифры, которые им сильно, кому интересуют, мы туда написали, чтобы они хотя бы не говорили больше такие вещи. Мало что обеспечение за 33 года, они что, думали, что на этом самом мы спасали Родину, на этом все кончилось? Нет. Это первая стадия. 300 лет опасности остается, дорогие мои. Надо думать о людей. Сегодня люди, которые в минимальных пенсиях и нету достаточного лечения, они страдают. А надо как-то получается вообще. А в Японии, и когда Фукусима вот случилась беда, они в Украине искали ликвидаторов за сутки $5000. Вы понимаете, что происходит? Это нельзя, такие вещи вот так просто за деньги, за экономические положения в стране забивать людей. А тем не менее, мы все ж таки намагаємося залучити, так само привчити дітей, шанувати, да, значит, і так далі. І хотілося б зазначити, що так само, я знаю, що була ваша мрія створити саме пам'ятник, так? Да. Я хочу вам сказати такое, що я не люблю себе, конечно, о себе говорить много. Мені було стидно, коли в 5-му году, коли мене вибрали в Николаевской области и Николаеве нет ни одного памятника, ни монумента никакого не построено было. Это мне очень, конечно, это не мог я это терпеть. И многие у нас губернаторы, начиная вот с 5-го года, как-то всякие я послушал на свой адрес, но все-таки я помощи покойный Владимир Дмитриевич и наша областная рада взялись мы, вот это построили прекрасный памятный знак. И когда я в своем выступлении высказал, что в каждом районе центра должно стоять памятный знак, чтобы чернобыльцы приходили, молодежь приходила, посмотрели, воспитывали поэт, ушедших вспоминали и думали как-то живых. Это вопрос остается всегда у меня повестки дня. И мы действительно в 2016 году, я последний памятный знак открывали в мы области, да? Да, области открывали мы Березноватом и Оршанке. И на этом закончили 22 района, как сказано было, так и сделано. Итак, а никто не спрашивает, каким образом это можно было. Это очень большой. Это приходится, знаете, чуть не по гривну собирать, помощь искать, чтобы вот этот вопрос решить. И мы вот вышли с честью, вот у нас сейчас есть прекрасный монумент, и сквер переименовали ликвидатором Чернобыльской аварии. Сегодня для нашего монумента будет також митинг, да, так? Да, сегодня вот мы будем, что бы ни стало, мы все равно это должны делать, потому что это наша честь, понимаете? И мои люди в этот месяц, почти в март месяц, занимались в школах. Приглашенные были в школах и вещи и в средних учебных заведениях. Мы хотим эту работу проводить. Почему? Потому что молодежь должна знать правду. И быть готовы всегда. Вот такая вот такая мы. О котрій годині варто завітати до пам'ятника? Я пам'ятник на проспекті Миру. Я, да, переконана, що багато хто знає, і майже всі знають. 10 часов пам'ятний мітинг, рекви мітинг буде. Спочатку рекви, значить потім мітинг. І ми возложение цветов, корзин, три корзини, которые у нас, а каждый раз мы так. У нас традиция, это 14-15 раз, 15 год получается.
Этот никогда в жизни никто не остановит, потому что многие люди действительно отдали самые ценные свою жизнь, и мы должны их вспоминать всегда. И молодежи готовить патриотическим таким мотивам. Я считаю, что трудно, конечно, много вопросов трудностей. Почему? Потому что мы, собственно говоря, честно, те льготы, которые у нас были, они до минимума сократили. Ну, примеры. Це вже, мабуть, тема для іншого ефіру. Да. Вже якщо окремо брати саме учасників трудно. І тих, хто є сьогодні чорнобильцями, я думаю, ми обов'язково цю тему ще піднімемо і будемо говорити на цю тему. Ну, тут, чому, звісно, время, звісно, це большое, значить, нужно время, щоб все розказати. Ну, трудності, звісно, як ми сьогодні зараз, це... Ну, понятно, і стороні трудно, і в нас тим більше. Будемо ще обов'язково обговорювати цю тему. Дякую вам, що ви завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Рубік Симонян, голова громадської організації «Союз Чорнобиль Україна». І, власне, він був учасником ліквідації, брав участь у створенні саркофагу.